Добрый вечер всем. Сейчас будет небольшой тест весов китайских. Вот такие весы я себе взял. Почему я их взял? Мне они нравятся внешне. Только и всего. Ну и проверю. Вот такой паспорт, коробка. Брал на Ганзе. Весы эти 300 грамм до 300. И точность до сотой. Вот такие. Просто вот чисто мне понравились они внешне. Почему? Все блестят. Большой экран. Тара. Подсчет есть. В этих и в этих. Подсчет количества дроби. Удобная вещь. Ну и смотрим. Скоро я себе приобрету нормальные пороховые весы, которые чисто идут для пороха и для дроби. Очень точные, но это потом будет другое видео. Батарейки поставил новые, вот буквально только купил. Сначала сделаем вот так. Вот так и вот так. Здесь нажимаем тара и здесь нажимаем тара. Вот видите, здесь большой дисплейчик, удобно. Ну, даже давайте, ну, ладно. 31,53. Вот здесь видно. Здесь 31,63. Брешут на 0,1 грамм. Это даже не сотая, а там 0,02. Это 0,1 грамм. То есть вместо 2,1 мы можем насыпать 2,2 пороха, да? То есть они покажут больше. Мы наоборот как бы не досыпем. Да, здесь 31,5, там 31,6. То есть мы наоборот выходит, не досыпем 0,1 грамм. Оставляем здесь поменьше вес. Оставим здесь несколько дробин, вот так, чтобы было... О, 4 грамма. 4,15. 4,16. 4,15. Ну, нормально. Дальше. Оставляем мы здесь. Вот. 2,09. Здесь. 2,07. Ну, в принципе, нормально, да? Давайте еще попробуем большой вес. 1 грамм. Сколько там получится? Ну, вот, опять 31,55. 31,54. 53. 31,56. Вот нормально. Еще раз попробуем. 31,55. 31,48. Угу. Ну, то есть, понятно, погрешность есть. 31,48. 31,55. Опять на 0,1 сотую завышают. Хорошо, убрали. Ну, в данном случае, наверное, я быстрее выключу и включу. Дробь больше сыпать не будем. Положим вот такую штучку. Смотрим. 46,98. 99. Ну, 1 сотка, ладно. 47,05. Дальше. Ложим вот такую штучку. Матрица. 8,27. Вот тут прям четко. Ложим пыжик. 0,41. Второй пыжик. 0,87. 0,86. Здесь 0,40.
1, ну, в принципе, нормально. 0,86. То есть, вот почему-то я заметил, вот эти весы с более большим весом есть погрешность. Почему, я не знаю. 3,47. Ну, нормально. Так, ну вот эту штуку не буду вешать, она более тяжелая, вот свисток. 5,88. Давайте сюда по три пыжика кинем. 1,30. Все. Бегает, не поймешь. Ну, 1,32, ладно. 1,32, нормально. Но почему-то с более большим весом у них частенько так проскакивает погрешность. Вот 33,75. 33,65. Вот на 0,01 они брешут. Вот эти весы у меня проверенные. Нет у меня сейчас грузика. Вот на 2 грамма, на 10 я бы проверил. Вот видно. 33,6, тут у нас 33,7, ровно на 0,01. Почему так, я не знаю. Вот что мне в них не понравилось. А почему? Потому что весы 300-граммовые не могут быть точными. Вот эти 100 грамм. Вот я возьму сейчас специальные пороховые весы, там с чашкой, с грузиком, с калибровкой. Сниму видео, поэтому... По тем весам вообще, там точность до тысячной, даже не до сотой, а до тысячной будет. Вот дальше смотрим. 45,88. 45,77. Ну вот, 0,1. Почему 0,1, я не знаю. Я допускаю 2 сотых, там 3 сотых, ну, 1 десятая, это для дроби-то по барабану, но для пороха вроде как мелкий вес они... Так, более-менее, я скажу, нормально переносит. 1,54, тут у нас 1,56, ну, это нормально. А ну-ка, сейчас бросим одну дробинку, будут реагировать? Будут. Вот как раз одна дробинка 0,5 грамма. 2,0. 0,5. Правильно. Поэтому при покупке обращайте внимание. Можно вот так проверить, если есть несколько весов. Вот проверяется элементарно. Вот так ложите одну и ту же детальку туда-сюда. Разный вес. Смотрите результат. Весы, конечно, как мне... Нравится внешне. Блестящее, большой экран, подсчет. Вообще вопросов нет. Коробка, вот так, чехол к ним. Еще чехол вот такой. Удобно, да, ну. Погрешность есть.